Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить Far Cry 5. Так, чё, берем вертолет и летим до следующего сюжетного задания. Где наш вертолет прекрасный? Вот оно, наш прекрасный вертолет. Оранжерея Джессопов. Там очень все тяжело с дорогами. Поэтому вертолет, наш друг. Выбор оружия, пулемет, свободный обзор. Зажимаешь и смотришь на виды. Отлично, да, вообще? Вертолет у нас божественный. Конечно, стрелять не всегда из него хорошо получается, но это лучше, чем самолет, совершенно однозначно. Да прям даже в лес не ходи. Ту-ту-ту-ту-ту. А в оранжерее, наверное, эти приперлись. Сумасшедшие радикалы. Я думаю, что да. Какой видок? Какой видок? Конечно. Там аванпост. Так, давайте посмотрим. Я думаю, вот так. Ну что, они тревогу поднимут, как думаете? Да не должны вроде. Прекрасно. Помощник, это Вёрджил. Доберись до оранжереи и зачисти ее. Нужно сжечь все поля блажи. Это выманит Фини. Удачи. Ага. Давай, 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 давай. Не увидел? Хорошо. Ту-т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 у. Да, 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 да. Идите, идите, восстанавливайте. Меняй, меняй. Снайперка, снайперка. Очень ты, конечно, странная.
Быстро, быстро, быстро. Меняем позицию. Ла-л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 а. Готов. Сколько их? Стелс. Дал какой стелс? Один, что ли, он остался? Оранжерея Джессопов. Ури-шури-шури-шури-шури-я. Сколько дали? 400? Ходят слухи, что Рэйчел Джессоп уже достаточно давно отдала свою оранжерею сектантам. Наверное, просто не поняла, что они из себя представляют, или ей было наплевать. Говорят, именно там сектантам удалось получить из цветов блажь. Угу. Ангелы, судьи, туман. Все это началось там. Слава богу. Теперь все закончится. От этих цветов голова кружится. Кто-то сжигает поля блажи! Бейтесь за отца! Какие поля? Ты о чем вообще? Поля. Помощник, нелегко тебе придется. Будь осторожен. Помни, ты должен сжечь поля блажи. Так мы выманим Фини. Привет. Как вы? Чё, не сожгли? А как это сжечь? Вот оно чё. Ладно, сейчас сожжём. А я кидаю, главное, и не могу понять, чё она не тушится, а там вода. Спасите блажь, они жгут урожай. До свидания, родной. Спасибо за помощь в тюрьме. Пожалуйста, Элма. Здесь, да? Ну, сейчас мы. Вирка, меня твоя наркомания достала уже. Все. Они жгут поля! Убить их! За отца! Уже иду! Эй, помощник! Фини едет к тебе! Ну хорошо. Сейчас угрохаем Фини, чё, какие проблемы? Фини на месте! Мы подъезжаем. Что там происходит? Как что? Уничтожьте Фини. Господи, сколько же ты... Сколько ты мне проблем создаешь? Давай.
Меня интересует, что пулемет где тут? Есть он у нас? Уничтожьте Фини. А я не понимаю. Серьезно. А где это Фини? Что-то я. Ну-ка. Уничтожьте Фини. Фини это что вообще? Вот это? Это не то вообще. Может вот это? Найдите Фини. Поехали. Я так и не понял, это ловушка, это не ловушка. Интересно. Одним радикалом меньше. Это ж здорово. Так, прекрасно, объехали, я доволен. Ла-л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 а. Аванпост освободим. Фини это какой-то главарь, что ли? Я что-то вообще понять не могу. Кто этот человек? Вилрог. Тебе не повезет, родной. Тебе не повезло. Что ниже? Так. Уничтожьте Фини. Чтобы понимать бы, что такое или кто такой Фини. Так, вертолет какой-то приземлился. Он, я так понимаю, вот сюда что ли убежал? Может здесь где-то? В пещеру залез куда-то? Давайте попробуем вот так по низу пройти. Уничтожьте Фини. Вы же видите, что Фини нету. От слова вообще совсем. Нету здесь никакого Фини. Боже, баг какой-то. Он же не мог провалиться сквозь. Ну хотя почему я не мог? Если баг, то мог запросто провалиться сквозь землю. В прямом смысле этого слова. Применимо к игре. Мог запросто. Чё нет-то? Вот видите? Он в бункер, может, куда-то спустился. Фини!
Финя, ты где? Это что здесь? Играть. Вот мне капец делать, нечего играть. Детонатор. Я думаю, что это глюк какой-то. Игру надо этот, надо миссию перезапустить, потому что это бред. Ну-ка. Давайте попробуем понаблюдать за Финни с высоты вертолетного полета. Что, не понаблюдали? Ну и что, какие ваши версии? А, стоп, все, вижу. Вижу. Бункер открытый. Все как обычно было проще. Надо было просто взлететь. Просто взлететь. Финни! Я иду за тобой. Хочешь нас остановить? Что? Врата Эдема сильнее тебя. Все? Ух ты, у тебя получилось. Никакого Финни, никаких наркотиков. Угу. Мы избавимся от всей блажи. Круто, правда? Давай. Я тобой горжусь. Мой сын тоже бы гордился. Никакой блажи. Беспомощные вы. Грехи отца. Записка Финни. Специалисты сообщают об успехах. Скоро я буду в оранжерее. Проверю. Возможно, назову новый сорт в свою честь. Думаю, отметим в узком кругу, не привлекая лишнее внимание. Еще надо отпраздновать, что я выиграл пари. Достану хороший виски. Жди меня. Финни. Мастер выживания. Усилители добавлены. Если наткнешься на него, не упусти. Мы должны вернуть его из блажи. До связи. Где не забирают? Помощник! Говорят, в магазине импортера не обновился ассортимент. Тебе стоит проверить. Вижу цель. Сейчас как жахнет по баллону. Мне будет больно, но я успел. Ага. До свидания. Где этот? Приперлись. Красиво. Мне понравилось. На Мюльнире хотел меня зайти убить, да? Не, не получится, родной. Ну и пусть. Хорошо. Чего, не получается, да? Засранцы. Хорошо, а наш прекрасный боевой вертолет где? Ну, то есть не боевой, а просто вертик. Что это за... Опа, это что такое? Башкотранс. Замечательно. До свидания. У меня как раз патроны закончились. Как вы надоели мне уже, а? Как вы мне уже надоели. Сейчас он взорвется. Я бы мог, конечно, его взорвать.
Но надо со снайперской винтовки пострелять по нему. Ну все. Сейчас ты к отцу и отправишься. Ой, а давайте с этого постреляем. С рогатки. Неужели у меня помирает левый борт, а кнопка? Нет, я не жива, не срабатывает она. Не, не срабатывает. Вот это было очень, конечно. Я не могу оружие переключить, у меня левый борт не работает опять. Почему так, игра? Ну-ка. Вот так все. Ну, в принципе, и патронов-то на дробаш нету. Господи, ты еще не помер. Все, взорвался наконец. Почему здесь так много? Чаудсду. Да, сколько я в нее пуль высадил? 2-3. А она еще живая была. Это стрёмно. Это очень стрёмно. Грядет коллапс, и мы уже начали жатву. Но бояться нечего. Вера Сид. Великая мыслительница. Что это у нас? Бункер этот? Дурман, детонатор. Давай. О, это типа с самого начала все. А вертолета нету, да? Ну это печально очень, что вертолета нету. Печаль, печаль, печаль. Транспорта тоже нету. Нету. Что за фигня? Один патрон. Ладно, давайте смотреть, что здесь по заданиям. Аванпост. Так вот я нажимаю левый борт, вроде ничего, что-то показывает. Так, что здесь? Будем отслеживать, но для начала мы переместимся вот сюда. И возьмем транспорт. Ой, наркоманка! Такое. Так, боеприпасы, пожалуйста. Прекрасно. Меня никогда не будет денег. Так. Правительство выдумало глобальное потепление, чтобы повысить налоги. 700 с лишним метров впереди. И что, нету ни одного квадрокоптера, или как они там называются? Да нет, вот что-то есть. На нем поедем. А я же его отметил на карте, правильно? Ну-ка. Нифига себе, ее занесло. Нас преследуют, да? Смелые ребята. Знаете, мы правильно едем. Мы едем правильно.
Мы с вами обязательно еще совершим автопутешествие. Из одного конца карты на другой поем на машине. И посмотрим, сколько это по времени занимает. Их три. Река Хенбейн. Ну-ка. Не услышали, да? Прекрасно. Сколько их? Три сигналки. Вы это видели? Вы это видели? Три сигналки. Ой, идиоты. Вообще просто конченые. Ага. Одна сигналка осталась. А где здесь эта часовая? А, вон она. А, смысла нет. Чего его снимать, если я не всю сигналку отключу? Уже за пять понаеду тут эти бронебойные, неубиваемые. Зачем? Тихо. Вот отсюда сейчас поднимемся и... Вот. На-на-на-на-на. Вот скотина. Вот скотина. Я, видите, подальше, чтобы не шуметь. Очень он не вовремя вылез. Вон он. Отец не похищает. Не принуждает их крещения. Любовь, радушие и принятие для нас превыше всего. А, да, ну давай, давай. Угу. Ту-ту-ту-ту. Чё он там полез? Чё хочет, снайпером быть? Конец близится, понимаете? Конец близится. Во, еще один. И что это было сейчас? Снайперская винтовка, как ты работаешь? Скажи мне, пожалуйста. Угу. А, стрелял в голову, попал в руку. Воу-воу-воу, минометы. Минометы мы не обговаривали. Откуда они шарашат, эти минометы? Давайте искать другую позицию.
Ничего не видно. Так, меняем позицию. Та-та-та-та. Побежали, побежали, побежали. Ну ладно, бежите. О-о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 -
Видали, да? Какие тут коммуникации чудесные. Просто созданы для того, чтобы сюда залазили и всех убивали. Так. Конечно. Что, решил в прятки поиграть? Конечно. Ой, какой ужас. Как же тяжело играть с плохо работающей кнопкой геймпада. Не знаю, что с ней стало, с этой кнопкой левого борта. Непонятно совершенно. Прекрасно. Узнают все. Замечательно. Души. Что это было опять? Вот объясните мне. Ведь стрела в него попала. Так, хорошо. Я просто хочу понять, как вот все это работает, ну. В туалет пошла. Слушайте, эти вип-сектанты с голым телом, по-моему, у них бронежилет в них вшит, да? Невероятно просто живучесть у людей. Да какие-то люди животные. Миномету полез, да? Ну ладно. А ты не можешь так залезть, да? Ну ладно, давайте. Он слез, что ли? Угу. Все как надо. Музыка, песни. Три стрелы. И все без толку. Ну ёлки-палки. Где-то здесь они тусят. Та-т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 а. Готов. Что за?
Серьезно? Бронебойные. Вот и все. Я просто вам хочу показать, как наглядно работает оружие, но я повторюсь, баллистика вызывает кучу вопросов. Когда стреляешь со снайперской винтовки, хедшот решает. Да, вопросов никаких нет, но в тело 3-4 выстрела надо сделать со снайперской винтовки. Что за бред? Сжигаем, сжигаем, да. Хорошо. 400 очков сопротивления дали за аванпост. Не смей препятствовать избравшим путь веры. Угу. Что там? 158. Так, у нас есть навыки. 5 штук. Эти карты вообще нужны? Что это? У старого депо. Все продали, вот и все, отлично. Теперь давайте разбираться с навыками. 5 штук. Что у нас тут есть? Костюм крыло нафиг нету необходимости. Это что? Король рыбалки? Нет. Для изготовления на 50% меньше материалов. Да я не могу сказать, что я там особо ее трачу. О, это помощники, что ли? Помощники меня мало интересуют, ибо они бестолковые. Бестолковые. Это что тут? Увеличение здоровья. Ну, пока ничего доступного нету. Так, что по времени? Так. Я купил клад. Я получил благословение. А за мной припрутся. Нам всем слышал, что сектантов видели у старой серной шахты. Черт, она просто огромная. Они наверняка прячут там что-то ценное. Стоит проверить. Ну, я думаю, да. Эти кто, приехали меня благословлять? Что за хрень? Где эта перестрелка? Да, да, угу. Здесь у тебя под носом. Перестрелка. Ну-ка, ну-ка. Значит, нам карта нужна. Что здесь кто видел? Ну-ка, расскажите мне. А, вот здесь. У-у-у-у. Тут тайничок, да? Тайничок. А кого мы еще не... Кому мы еще не посетили? Доктор Чарльз Линдсен. А что это доктор Чарльз Линдсен? Ну-ка. Давайте туда переместимся. Вертолет возьмем и на вертолете полетим. Мне интересно, что он из себя представляет. Доктор-то этот. Ой. Главное, мы берем аванпост, она за нами ходит и что-то там нам рассказывает. Вообще. Sunlight just is beating. Чё? Ну ничего себе. Чё, вертолет сюда прилетит? Нет, доставили. Давайте. Два шага, но мы, видите, мы настолько опупевшие, у нас есть свой транспорт, поэтому что нам стесняться? Мы 200 метров на вертолете будем лететь. Чё нет-то, понимаете? Чё нет? Постреляем. Мне
Меня уж подбили, да? Быстро, однако. Очень быстро меня подбили, ладно. Уговорили. Ну. Так, интересно. Это вип-сектанта я положил, да? А, вот это ты по мне стреляешь. Я думаю, кто это меня там сбивает? Еще кто-то будет лететь? Живой он, живой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Назад, назад. Готов. По-моему, какую-то часть положил. Один остался. Даже двое. А вон, вижу, бегают. Снес, нет, живой. Ха-ха-ха-ха, где он? Один остался. Положили. По-моему, да, положили. Помощь звали? Ну. Помоги мне! Я пришел. Помогите! О, Господи! Пойдем. Вот здесь еще был пленник. Вытащи меня. Спасибо. Че, тошнит? 8 пленников освободили. Здесь еще есть пленники? Хорошо, мы тут зачистили все. Бесит. Че, не взорвался он? Не взорвался. Ну ладно. Ну что, давай побеседуем. Черт, хорошо, что ты оказался рядом. Я едва не пропал. Ты ж доктор спасибо вроде. Спасибо за помощь. Я доктор Чарльз Линдси. Я из тех, кто укрылся в тюрьме к югу отсюда. Вера и Ангелы давно пытаются добраться до нас. Я искал способ помешать им, когда меня схватили. Я знаю, как создать приманку для ангелов. Но ингредиенты остались в сумке, которую святоши бросили в пруд. Угу. Но я не умею плавать. Да-да, так бывает. И хочу, чтобы ты достал ее. Ну, это пока вряд ли мы будем делать. Это уже надо заканчивать серию. Да, то мы прям так увлеклись.
Вот, ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.